Двое погибших, 16 пострадавших. Это последствия страшной аварии в Днепропетровской области. Водитель легковушки не пропустил рейсовый автобус, который ехал по главной дороге. И машины столкнулись прямо на перекрестке. Все подробности узнаем от Елены Миндалюк. Стекло, остатки кузова, фара автобуса и личные вещи пассажиров разбросаны на обочине. Это последствия жуткого ДТП на Полтавском шоссе. Накануне вечером Audi A8 влетела в маршрутку. В салоне было 25 пассажиров, двое погибли на месте, 16 пострадали. Неотложки одна за другой увозили людей в больницу. У всех больных была сочетанная травма тела, у половины черепно-мозговая травма. У больных были диагностированы переломы бедер, перелом таза, перелом лопатки, множественные рваные, ушибленные раны различных участков тела. Трое пассажиров в реанимации. Состояние остальных 13 врачи оценивают как средней тяжести. Пассажиры делятся страшными воспоминаниями. Когда автобус приближался к перекрестку, увидели, как в их сторону на бешеной скорости мчит легковой автомобиль. Знаете, как в фильмах. Удар, а потом летят стекла, и автобус просто, как в замедленной съемке, переворачивает. И все, люди начинают вылетать в окна разбитые. Он летел реально на большой скорости. Там 60-70 этого не было. 60-70 он бы врезался, автобус бы отлетел, а не 30 или сколько метров он пролетел этот автобус вот так вот и размазал человека, по-моему, даже по асфальту. Рейсовый автобус в Днепрокаменской ехал по главной дороге со стороны села Лобоиковка. Ауди по второстепенной со стороны Днепра. Легковушка должна была пропустить автобус. Водитель проигнорировал и правила, и знак «Стоп». Это житель Полтавы, ему 34 года. Сейчас он в больнице, у него только ушибы. То, что превысил скорость, отрицает, а знак «Стоп», говорит, не заметил. Ну, я вообще, может быть, и нарушил, но мне было плохо, во-первых, за рулем. Это раз. Во-вторых, что там знак не был хорошо видно. В полиции по факту ДТП открыли уголовное производство. Виновник аварии под конвоем. Пока его задержали на 72 часа. Вскоре должны избрать меру пресечения. Если будет официальный запит с боку там органов Министерства внутренних справ, мы дамо официальное заключение, официальный висновок, и тогда уже они будут действовать согласно зі своїми, так сказати, канонами. Сьогодні вирішується питання щодо врушення йому письмового повідомлення по підозру у скоєнні кримінального злочину, порушення правил безпеки дорожнього руху. Уже звісно, що водитель Audi був трезв, йому грозить до 10 років тюрми. Єлена Медалюк, Іван Біленко, подробності, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.